Самые невероятные рекорды. Го перебьемся сравнениями. Самые выпученные глазные яблоки. 1,20 сантиметров. Самая высокая прическа, блядь. Ну это у Хезуса рекорд. 2,66 метра. Неплохо, блядь. Самый высокий человек 2,72. Самая высокая канатная дорога 3,3. Дольше всего с пчелами на голове. Это мы, кстати, видели. 4 часа 10 минут. Самые длинные усы 4,29 метра. Самые длинные волосы 5,63 метра. Самые длинные ногти, фу, блядь, да, кстати говоря, я знаю про эту хуйню, так как же это уёбищно выглядит. Выглядит как персонажи из аниме, да. Самый длинный нос, блядь, ну вот недавно забанили его, кстати говоря, 8,8 сантиметра. Самый длинный язык, о, этот парень наверняка просто охуенный в сексе, подумали все 12-летние девочки. 10,1 сантиметра. Самый большой тоннель тела, мочка уха, 10,5 сантиметров, пизда, нахуя. Самые длинные ресницы, 12,4 сантиметра, ебать, опять же, как это уебищно выглядит, вы уж меня простите, но это просто фу нахуй. Большее число мышеловок на языке. Нахуя, блять, не спрашивайте. 13. Яблоки, измельченные бицепсом за одну минуту. 14. Самая эластичная кожа. 15,8 сантиметров. Кстати, клевая штука. Большее число пирсинга на языке. 20 человек. Без дыхания под водой. 24 минуты. 24 минуты. До сих пор в ахуе от этой цифры, на самом деле. Я вообще плохо понимаю, блядь, как это возможно. Каким образом, что, нахуя, зачем. Но каким-то образом удалось. 24 минуты у меня не вкладывается вообще никак. Самый тяжелый вес, поднятый с серьгами. 25 килограмм, считай. Большее число количеств пальцев. 28. У него 14 пальцев рук и 14 пальцев ног. Я даже не знаю, где бы это пригодилось, блядь. Самый большой пенис. Ебать! 34 сантиметра, и вы уверены, что фотография правильная? Это точно рекордсмен, просто что-то тут не так. Блять, а вообще, прикиньте, реально, иметь хуй 34 сантиметра, это на самом деле дерьмово. Самый большой синяк, 36 сантиметров, блять. Самая маленькая талия, 38,1 сантиметр. Самый большой размер ноги 40,5. Чего, блять? Ебать, у меня 42-й, блять. Алло, я чё, рекорд? А, это 40,5 сантиметра. А, это другое, ладно. Самый быстрый человек 44,6 километров в час. Ебать, конечно. Как же бегает Усейн Болт? Это же просто ебануться. 44,6 в час. Большее число пластических операций 47. Больше прищепок на лице 51. Самый низкий рост 54 сантиметра, блять. 1,70 вообще-то. 1,79, все знают, что это самый низкий рост, блять. 58 часов, самый долгий поцелуй, блять. Что за говно? 65 более число отжиманий с хлопками. 65. Ебануться, конечно, ебать, ясно. Наибольшее количество детей 69. Я думаю, что в этом есть какая-то шутка от этого Федора Васильева, блять. В этом есть какая-то шутка, видимо, скрытая. Потому что и число детей, и вообще столько детей. Это Рафлан ебало какой-то отдельный. Самый старый бодибилдер 75 лет, блять. Бабка, которая может вас просто отхуярить за что-то. Старейший исполнитель на трапеции, 83 года. Старейший диджей, 84 года. Самый волосатый мужик, 98% покрыто бля, бедный чувак, пиздец. Самая тяжелая тягаемая машина, 99 тонн. Кстати, ребята, я что-то не понимаю вот с этой хуйней, типа сдвинуть автомобиль.
Серьезно, я реально как-то. Я не выкупаю прикола в этой хуйне. Я плохо разбираюсь. А в чем, в общем-то, суть? Ну, я. Нет, неправильный вопрос. Типа, как? В смысле, блядь, что они измеряют, я не понимаю. Нет, она катится, да. Но как чувак может сдвинуть машину 99 тонн? Это идиотизм. Я в плане того, что. Как будто бы вес автомобиля не то чтобы прямо невероятно важен, просто как-то силу, но нет, нет, подождите, блядь, вы же понимаете, что нет, я не понимаю, как они попробуй сдвинуть хотя бы КамАЗ, да? То есть хотя бы КамАЗ, да? То есть хотя бы КамАЗ, блядь, да? Понятно, хотя бы КамАЗ. Действительно, да. Может быть, ты хотя бы хотел сказать хотя бы легковушку там? Блять, ну это же хуйня какая-то. Он просто тянет ее на инерции. Я вот это и не понимаю, типа, чего они хотят? Ну хуя, ну что? Я не... Блять, короче, я не понимаю, каким образом так демонстрируется сила или что-то типа этого. Я... Вот, сейчас го. Видимо, его спустили с этого. Он покатился, и он его тащит. Это самолет, но я не знаю, что это. Ну, изначально нужно потянуть, чтобы она сдвинулась. Ну, так понимаете, вот мне интересно, как это происходит. Потому что в сухом остатке, понятное дело, что человек не способен сдвинуть 100 тонн. Поэтому мне интересно, как это происходит технически, как они это стартуют. Потому что если, блядь, вот поставить нахуй, то понятное дело, что 100 тонн никакой человек не сдвинет, как бы он там ни упирался. В этом-то и суть, как бы, что они измеряют. Вот, например, у нас есть 100 тонн. Они... То есть, что происходит? Он набирает инерцию. То есть, они его как? Они... То есть, блядь, вот понимаете, о чем идет речь? Я не могу понять просто в этом дело. Ну, типа, как-то перевешивают тачку или еще что-то. Ну, вот я и хочу понять просто, в чем прикол. Там нет никакой наебки, чисто физика. Поверхность ровная, плюс объект на колесах. Ну, то есть, чтобы сдвинуть, по сути, 100 тонн, достаточно небольшого количества силы. Потому что какой бы чувак сильный не был, по отношению к 100 тоннам, это хуйня. И наверняка этот чувак даже не самый сильный. То есть, достаточно просто какой-то быть просто сильным, не очень сильным прям, а просто сильным. И ты как бы работаешь на инерции, да, ты создаешь ход, и дальше начинаешь. Вот понимаете, о чем я? То есть, в чем прикол? Рекорд 100% подкрытия. Самый татуированный мужчина. 122 года, самый старый человек. 135 килограмм, самый тяжелый бодибилдер. Самая большая грудь 177 сантиметров, чат. Здесь скорее общая нагрузка на все мышцы, что в теории задрачивается тренировками, а это просто как способ проверить. Ну, чё-то я хуй знает, честно. Я могу объяснить, сцепление с поверхностью, вот здесь весь фокус. Нет, ну как-то толкают, это понятное дело, я про другое немного. Было бы прикольно, если бы наоборот остановить машину. Самый тяжелый тягаемый самолет. Ну вот как раз, 189 тонн, 189 тонн, блять, ну... Этот канадец протянул самолет на 8,8 метра. Самый длинный заплыв. 225 километров. Охуеть. Это плавание было совершено в океане без ласт и заняло более 50 часов. Самый тяжелый человек 442 килограмма. 509. Большинство побед в Fortnite без рук. Что и требовалось доказать об игре. Большинство модификаций тела 516. Киберпсихоз, ребята, уже ждет. Самый длинный забег 563 километра. Он не переставал есть и пить и бегал 80 часов. Самый тяжелый съеденный арбуз 675 килограммов.
Да нихуя себе, кстати, арбуз. 805 самое большое число забитых голов. Нихуя, 805 за карьеру. 1145 самое большее число скотча на теле. Блять, что? 215 миллиардов долларов самая большая часть семейного капитала. Семья Уолтон заработала свое богатство благодаря созданию Walmart. Ебать. 215 миллиардов долларов. Мы даже не будем тут разглагольствовать о том, сколько бы вам хватило, чтобы жить до конца своих дней, но... 400 миллиардов. Заработанные деньги одним человеком. Якоб Фугер заработал их на добыче полезных ископаемых и банковском деле в 1400-х годах. Чё, как там с зарплатой в 15 тысяч? Мужики с заводов, у вас, наверное, начальник цеха с таким ебалом, чат. Похож на Михалыча, начальника цеха, блядь. Запомните его лицо, и вы знаете, сколько он зарабатывает, блядь, ребята. Не доплачивая вам, видите? Видите, блядь? Он с каждой премии, блядь, себе откладывает деньги. Вот ты должен был премию получить 20 тысяч, а он тебе дал 17. И так с каждого. И посмотри, сколько получилось.